last night. Quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out. She whispered my name as she brushed a tear from my cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings start walking all over. Спасибо, не правда ли? Прекрасное исполнение. А я приглашаю следующую возрастную категорию. Это юниоры 1, D-класс. Полуфинальные соревнования. Пары под номерами 43, 51, 146, 225, 265. 310, 331, 333, 362, 500. Еще? Прошу прощения, ребята. Наверное, я с вами немножко поторопилась. Давайте поаплодируем этим прекрасным парам и проводим их еще раз, потому что Pro-Am Scholarship не дотанцевали свою категорию. Я приглашаю Владислава и Веру, пару номер 143, Игоря и Екатерину, 194, 299-ю пару Тимур и Юлию, 521 Евгений и Ольгу для исполнения следующего танца. Я извиняюсь, это моя вина, я просто отлучился, Наталью сбил. Похлопайте, и она переживает, друзья мои, поддержите ведущую. Давайте. Я вообще переживаю, когда ты отходишь. Танец танго. Спасибо большое. Громкие аплодисменты. Браво. Давайте продолжим. Следующий конкурсный танец этого финала – «Венский вальс». Love.
Спасибо большое парам. Организаторы турнира и их команда старались создать для вас особую атмосферу турнира, чтобы вы, дорогие друзья, получили удовольствие и море позитивных эмоций и насладились всей красотой танца. Фокстрот. Спасибо огромное. Прекрасная мелодия. А мы я хотим смотрю, поблагодарить. Что я не одна ее пела. Мне нравится, что зритель напротив меня тоже балдеет от мелодии, которые нам ставит Миша. Спасибо звукооператору еще раз. А также хотим поблагодарить торговый дом Grand Affiche. Это наш надежный полиграфический партнер. У них вы сможете получить высококачественную печать на всех видах материалов, а также эксклюзивную рекламную продукцию от наклеек до меню и буклетов. Спасибо, Grand Affiche. Заключительный танец Quick Step. Блистательное выступление. Браво, спасибо большое. А у нас следующая категория юниор.